Опять мойка. Ну, тут якорь, безусловно. Попала Водичка. Не любит электричество водичку в обмоточке. Не скажу, что легко крутится. Саторные вроде живые. Это тоже не кажется красным. Ну вот не скажу я, что легко крутится. Не скажу, что я знаю, как должно быть легко или не, или так, как есть. Но мне кажется, тяжеловато. Ну не буду же я ему плунжера перебирать. Ну вроде нормально. Ну, не нашел я таких моек у себя в описаниях. Значит, можно снимать еще видео. Снимать нужно схему. Ну, много раз показывал. Прежде всего, с какой стороны. Вот это самые последние намотанные катушки. С какой стороны они намотаны? Вода с этой стороны или с этой? Это видно будет по минимуму сопротивления. Здесь много. Вот так вот ноль. Вот, скорее всего, отсюда. Тем более, там щетки стоят не между катушками статорными, а сдвинуты, чтобы дать возможность поставить винты крепежные. Значит, где-то тут должно быть минимальное сопротивление. Тут побольше. Вот тут поменьше. Вот тут попробуем поднять крюк. Опять эти крюки, как я их не люблю. Вот тут начало и конец. Вот оно. Кончик поднимается. Нужно его отсоединить от ламели. Отсоединил. Куда звонится? Сюда, либо сюда. Это вот значит. Раз, два, три. Вот скажем. Раз, два, три, четыре. Вот из третьей. Куда он пошел? От третьей ламели. Вот его паз этой секции, последней половинки. Звонится он. Здесь минимум. То бишь, катушка вот так. Но сейчас вопрос в следующем. Скажем, с третьей ламели пошло сюда, либо пошло сюда. Чтобы это определить, нужно один виточек взять, поднять и оторвать. Оторвался сам почти. Никто его не рвал.
Сюда не звонится, звонится отсюда. Значит, отсюда пошло сюда и пошло. С четвертой пошло туда. На дальний пас. Должно тут выйти. Значит, вот это вот должно с этим обрызгом звониться. Она звонится. Теперь. Но туда не подлезешь. Самое там начало. Иголку надо где-то ж была. У меня иголка обыкновенная. Швейная. Вот забил туда. Она в самом начале намотана. Будет звониться правее. Ничего правее не звонится. Звонится левее. Значит, самое начало пошло вот так. Вот схема. Сейчас посмотреть нужно диаметры и количество витков в пазу. В пазу. Не здесь, они здесь моду имеют мотать меньше. Диаметр 0,38, 0,39, 0,4 считай. Вместо тут есть 0,45 влезет. И, видимо, опять термостойким придется мотать под 200. Потому что... Короче, чтоб не горело. Коллектор менять. На такой коллектор я не буду ничего делать. Чистим, считаем число проводников в пазу. Довольно плотная намотка, 0,45-то. Шум и не влезет. Так, в пазу 72, делим на 4, получается по 13. Тут 13, тут 13. По 13 на себя. Беру 0,45. Было 0,39. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да не буду я нифига раздельно мотать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13. Да затолкаем, я думаю.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Это вот короткое, это начало. Сейчас сделаю отвод после 13. Теперь еще 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Длинный конец. Кучу. Принять. Так, тут не вылезет ничего. Слишком узкий. Горловина паза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Шаг один, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13, это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13. Закрою, закрою. Теперь эту можно сюда пристроить. Эту опять примять. Сюда бесполезно, не влезет ничего. Примять там в пазу. Ну и так по кругу симметрично. Каких же ж 13? Хоть бы подсказал кто. 72 отнимаем, тут 32, получается 18. А, все сматывать. Я думаю, что они так свободно входят, думал, не влезет. Но это будет все короткое. Поехали сначала, если считать не умеешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 18. Повторяюсь. Села, поменял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. Ну, вот теперь другой расклад.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот сейчас будем поглядеть, влезет или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ну-ха, ну-ха. Ну, закрою. Так, осталось самое начало без выводов. С этой стороны и с этой. Симметрично. Тут притопить. Тут тоже. Шаг 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут тоже. Текстурит не лезет, слишком узкое горлышко. Приходится так насиловать. На сухую. Пщи. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, периодически надо отправлять.
15, 16, 17, 18. Это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так, с этой стороны все. Теперь с этой стороны точно так же. Все нужно обойти. Потом с таким зазором и с таким заполнением почти под корешок, видимо, резать надо. И закрывать. Ну, тут место еще навалом. Сюда потом лучину и деревянный конус. Вот так лучу, фасочки снимаю. Вот так забиваю. Кто-то спрашивал, как корректно крепишь. Вот этот прослабленный. Это родной. Это я уже рассверливал. Ну, чтобы не болтался. Клея капну или на керню, если по металлу. Ось. Схема. Распутал первую попавшуюся скрутку. Вот короткое это начало. Из паза вышло, это идет на вторую ламель. Ну пусть пока идет, куда идет. Это длинная, без крестов всяких, с дальнего паза. А вот отвод от него будем исходить. Вот начинаем считать от этого паза, который напротив. Ламели вот это вот. Раз, два, три. Третья ламель в эту сторону. Отвод нужно завести сюда. Потом распутаем следующую скрутку. Отсюда возьмем короткую, соединим с этой. Короткую с этой длинной. Будет следующий скрутка для следующей ламели. И по кругу. Уложил, обвязал. Теперь нужно аккуратно. Кончики пооткусывал. Проверяем,
Коротыша нету. Ну что, еще рано коротышу. Теперь нужно метром потыкать. На наличие цепи. Готовим смолу. Пропитываю эту сторону, потом через несколько минут ту возле коллектора. Пока горячая, горячая сейчас. Почистить нужно тут. Потом протачивать. Тут в подшипнике. Фу, тут в центре выставил. Тут в подшипнике. Проточил. Сейчас нужно прорезать между ними. Прорезал полировку. Можно посмотреть на КЗ, на стружку. Посмотрел. Его метром потыкать надо. Вот бывает и так. Надо вот пропить. Протыкал, и восстановилась цепь. Теперь надо бы проверить, потому что после того, как я тут большой ток пустил, все-таки могла подняться эта часть ламелей. Я сейчас все-таки посмотрю на токарную. Что стало вот с этим? Посмотрел. Тут в подшипнике. Нет, все-таки вот сейчас след пошел по всем ламелям. И раньше он не пошел по этим зажаренным повторно ламелям. Сейчас шкурочкой тут маленько подорну еще. Лучше проверить. А вот тут теперь вылезла краснота. Это, видимо, там, где поддавили, могло на соседнюю ламельку вылезти. Смотреть опять надо. Стружечка была. И не в том месте. Да, вот. Ну, сейчас все нормально. Можно поднести. Это правое. Это, да. Сейчас налево перекрестим. Тут нормально. Тут нужно маленько поискать. Подбираю магниты. Место им ищу. Вот тут поменьше стало. Где-то рядышком. Что с той стороной? С той стороны добавилось. С этой. Попробуем сюда. Там с этой. Что-то он этот якорь. Что не опираться, это, блядь, пальцы гнет. Подберу, покажу. Вот слетает и все. Что подбьет? Вот левая. Вот правая, в пределах нормы идем, удоел бы. Вот слитит это. Вот тут выбрал. И вот тут выбрал. Стяну, поставил стяну. Щетки отпускаю, проверяю. Не цепляет.
Сейчас будем включать. Нормально, 2,8 ампера меньше 3. Я думал, тут из-за механики будет вообще 5 больше. Щетки притрутся. След вот он. Нормальный след. Ток нормальный, все нормально. Подыскрывает. Это щетки там. Их бедные. Сейчас 30% лежит. Притрутся остальное. Да и сейчас нормально. Это не искра. Все готово.